Цены на морковь бьют рекорды. В регионах за килограмм овоща просят уже больше 800 тенге. Причем сохраняется тенденция к дальнейшему росту цен. Покупатели в замешательстве. Отказаться от моркови, которую добавляют практически во все блюда, нереально. Но и позволить себе такую роскошь теперь могут не все. Наши корреспонденты выясняли, почему самый обычный продукт становится недоступным. Вот цена, посмотрите, 506 тенге за что. Аж слой не хватает. Бессовестные вообще до ужаса. Это Анвар на 8-м микрорайоне. Жители Актубе не находят слов. Покупатели, которых, казалось, уже не удивишь высокими ценами, в шоке от непрерывно растущей стоимости моркови. В супермаркетах овощи явно не первой свежести продают уже по 535 тенге за килограмм. А на оптовом рынке не найти даже такую морковь. Другого выхода нет. Покупаем. Очень, конечно, тяжело с такими ценами. Самое интересное, все это мы ведь сами выращиваем. На вес золота оранжевый корнеплод стал и в Акмолинской области. Только вчера килограмм стоил в среднем 280 тенге. Сегодня цены взлетели в два раза. Дешевле 550 морковь уже не найти. Продавцы утверждают, запасы местного овоща закончились еще в марте. А сейчас, говорят, на прилавках в основном продукция из Кыргызстана. Есть и наша южная. Но цены и на отечественную морковь, и на импортную почему-то одинаковые. Это вообще южная. Кыргызстан. Ну, тоже Кыргызстан. Там можно, это все же они тоже ставят. Тем более, в этом году у них урожай не было, как у нас. Жители Петропавловска тоже шокированы стоимостью обычного корнеплода. На рынке цена на морковь доходит до 550 тенге за килограмм. Есть чуть дешевле, но хуже качеством. Впрочем, с такими ценами, говорят жители, даже небольшая экономия может спасти семейный бюджет. Очень жаль, что такая ситуация в стране. Все сидят в креслах, никто не хочет работать в поле. Не отстает, разумеется, и столица. Но в Султане не очень товарного вида овощ продают по 570. Местами стоимость доходит до 700 тенге за килограмм. Но абсолютный рекорд побил Актау. В регионе всегда продукты стоили дороже, потому как практически все привозные. Но чтобы морковь продавали по 800-850 тенге, местные жители видят впервые. Оптовики тоже ссылаются на истощение старых запасов. А новый урожай обходится слишком дорого даже самим реализаторам. Мы можем из Азербайджана привезти морковь, но морковь там дороже, но растаможка еще дороже. Если мы хотя бы вот его уберет полностью НДС, мы его привезем почти практически такой же цены, как в Азербайджане. То цена будет дешевле. Каждый человек сможет без ничего его привезти здесь продавать. Тогда будет количество, объем большой, и само собой цена упадет. Чиновники продолжают убеждать, что всеми силами сдерживают цены, но у них это традиционно не получается. Между тем, торговцы предупреждают, в ближайшее время морковь вряд ли подешевеет. Говорят, это может произойти только в том случае, если увеличится предложение на рынке. Проще говоря, сбить ценник способен только большой урожай, а его ждут не раньше августа. Динара Уркумбаева, Айзат Дуйсен, Инна Лопатка, Станислава Хапина и Мирамбек Симанов, КТК.